свежие продукты подвезли. Пойдем посмотрим, что тут есть. Здорово. Чего-чего? Не могу пробить, говорю. А мне по барабану, если не можешь, пиши заявление по собственному желанию. Потому что я имею право купить любой товар, который находится на полках. Так, а вот это акция, да? Ну, ты это и нам дай продай. Здесь что? Да. Девушка, как администратора позвать? Мы попросили икру нам продать вот там по акции, и он убежал. Какая-то проблема, что ли, в магазине, я не понимаю. С мозгом у него проблема. Сдать, попросили продать нам всю икру акционную. Он убежал. Вот, икра акционная, мы хотим купить его, ее всю. И он просто ни слова не сказал, убежал. А это стоит, что вы хотели? Икру купить вот у вас. Она здесь стоит, как выставочный образец. Нет, она стоит, продается. Вон там написано икра и цена. У вас вот это тоже выставка? И вот это, кофе? Нет, это все продается. Ну, это все продается, давайте икру. Кроме икры. То есть об этом должен кассир звать. Есть цена, смотрите, есть цена. Есть икра, есть цена. Управляющий. То есть, чтобы сообщить покупателю, кассир должен бежать, советоваться зумом или умом. Нет, не должен советоваться. Идти в холодильник и брать из холодильника. Серьезно? Да. Потому что у него условия хранения в холодильнике, вы это прекрасно знаете. Андрей Викторович, подвиньте, пожалуйста. А здесь есть оферта, стоит икра и стоит цена. Публичная оферта. Угу. Вот я сейчас имею все. И не написано, что это выставка. Не надо нам на дурака сидеть, вы продаете это людям. Акционерное общество Dixie Юг делает для меня акцию. Товар находится. Вы же продаете его? Акцию. Вон цена стоит. Вот. Я очень желаю купить все это. А также я желаю купить, я не буду вас это красть, Яна. Вот. Также я желаю купить вот это. Это, к сожалению, мы не можем вам продать. Да ладно, вот мне продали. Серьезно? Да. Яна, кто вас обучает? Вот это Смоленцева вам привила? 5 месяцев просрочен. Хотите ознакомиться? Яна, да. Это вам Смоленцева дает такие знания? Какие? Застать даму, которая атаковала посетителя хлебобулочным изделием, не удалось. После инцидента ее уволили. Ответ перед представителями надзорных ведомств держала управляющая. Она, кстати, тоже принимала участие в конфликте. И адекватную реакцию директора и ее помощницы вызвала просьба выдать ему книгу жалоб и предложений. Вы не можете это продать. Вы торговое предприятие. Я вам поясню, дослушайте, пожалуйста, до конца. Да мне продали. Вот. Он кассир. Любой товар с полки, который стоял с ценником на витрине, предложение. Не определен круг лиц. Договор публичной оферты. Я имею право купить. И если представители торгового предприятия Яна не могут мне это продать, значит, они не соответствуют занимаемой должности, к сожалению. Вот, и должны добровольно сложить с себя полномочия. Давайте, не отказывайся от покупки. Я не должен вас уговаривать, вы обязаны нет, это продать. Нет, мы это должны утилизировать. Должны были до этого. Ну, мы вас пока я не Александр, я какое там число? Помогли. Или что не стоит благодарности, так? Сейчас будем в полиции все оформлять, все видео полноценное на YouTube. Все нормально, просто конечно. Хочу. Да, конечно. А зачем мы, ничего с ними не нормально? А что у вас ненормально с конфетами здесь? Они хорошие. Или это тоже выставочный? Там еще это магазин образцов у вас, да, Ян? Образцовый магазин. Если любой покупатель заходит в магазин образцов, в котором руководит Яна Царькова, может ознакомиться с товаром и где-нибудь в других Dixie купить. Ну верно, вот там еще Twix есть такой же хороший. Поделим я вам приношу товар. Свои извинения. Нет, извинения вы судья ему принесете. Давайте мы... Кому? Вот Андрей Викторович, например. Давайте мы зададим вопрос тупой. Обоснуйте свое не можем. Смотрите, вот вы сегодня продали мне... В вашем магазине. Вы продали мне детское питание на 5 месяцев просрочено. Что за бред? За икру вы пришли, вы прекрасно знали, что нельзя. У нее 12 месяцев срок реализации. Вы прекрасно знаете, если вы сразу начали защищать свою помойку, что икру нужно реализовывать из холодильника. Она стоит у вас, не написано, что это выставочный экземпляр. Я хочу ее купить. У вас предложена акция на помойку. У вас стоят конфеты на витрине. На витрине. У них даже соревнования, Андрюш, в декабре, в январе том, были, кто больше продаст с кассы. Закончились человек, соревнования, да. Юридическую академию немножко. Я объясню вам одну вещь. Важен, что не факт продажи,
а факт реализации одинаково. То есть он, согласно 29-го федерального закона о качестве и безопасности пищевых продуктов, не может находиться товар некачественный в обороте магазина. Грузил бы он в пакет. Если красивый не предоставил возможности оплаты товара на кассе, которую я взял с витрины, данная штука карается штрафом от 30 до 60 тысяч на работника магазина непосредственно. То есть я взял с витрины. Это нарушение идет договора оферты административного. Я взял с витрины. Продаешь мне этот товар, штрафуют магазин за то, что предприятие штрафует, за то, что продает просрочку. Не продаешь мне этот товар, можешь огрести сам штраф за то, что отказал мне возможности оплаты товара на месте, которое я взял с витрины. Нарушил договор оферты. Вот в чем разница. Ты можешь своей попой закрыть магазин, видео у меня есть, и мы привлечем тебя, я тебе обещаю. Тут я как юрист, как человек, который это делает постоянно. Я у вас взял с полки товар, я хочу приобрести. Как будешь определять это? Тоже будешь сейчас? Каждый кассир будет сейчас по 3 часа вынимать. Очередь будет вон до туда, до тортов. Яночка, у вас кассиры рассматривают каждый вид, да, вот я пришел, вот я набрал. Сколько очередь будет? Или все-таки там надо смотреть? Где дата производства? Нет маркировки. Мы сейчас это при вас утилизируем. Это уже вещественное доказательство. Это будет уничтожение вещдоков. Вот уже утилизировать нельзя. Потом уже Роспотребнадзор, когда к вам с этой распиской или ее копией приезжает, и говорит вам: Яна, вот у нас расписка, мы на основании расписки хотим вас истребовать и изъять коробочку или пакет, там обычно опечатанный, припонятых, все такое. То есть они смотрят и смотрят, да, и смотрят, например, здесь число же есть. Каким Г торговал магазин Дикси, вот по адресу, где мы сейчас с вами находимся, 20 февраля 2020 года. Они не просрочены. Давайте, может, эту сейчас вашу с отпуска выдернем. Что она за магазин не смотрит? Греться мы все любим. Вылью это в конфеты, я же их испорчу, понимаете? Я их испорчу, я оплачу. Я испорчу испорченные конфеты. Вы нас знаете уже вообще, видели когда-либо? Где вот это можно купить? Да, на YouTube канале. Нет, был большой магазин. Ну, типа здоровый. Здоровый тип вообще гипер. А как вы утилизировать при нас это будете? Значит, предложение. Открываем всю икру. Можно все выбросить. Все открываем. Да, прям все открыть и выбросить. Конфеты чем-нибудь обливаем. Давайте. А вот это вот я оставляю себе. Не возврат не делаю. Нет, я останусь, оформлю. Вы дальше для поедете. Для того, чтобы встретиться с вами и показать вам, что такое судебная российская система. Она настолько стоит на стороне потребителя, реально, когда потребителю продали говно. Слушайте, мужчина, мне без паспорта не продают. Вы можете помочь мне? Каким основанием? Я вот у вас покупаю. Так смотрите, дело в том, что мне продали уже. Вон, видите, фрутоняне на 5 месяцев. Не вопрос. Можете этот заказ снять, продайте мне вот это. И снимайте на видео. Как моя разработка? Детское питание. Да. Вы сами в Дикси пятерочках охуели по полной, извините. Вон. Пока не снимают. Мне продали одну. Зато правдиво хотя бы. А вторую не продают. Вон, продали одну на 5 месяцев. Видите? Они немножко вообще чуть-чуть покупали. Господа, это магазин Дикси, который находится. Лазоревый 22. Сейчас в данном случае здесь снимают на камеру. Директор. В связи с тем, что. Да, вот директор. В связи с тем, что в магазине огромное количество просроченных продуктов продается. Это все просрочка. Вот смотрите, например, вот все, что лежит, конфеты. Рыба до 17-го. Рыба до 17-го года. Самые печальные дети у вас маленькие есть. Вот посмотрите на дату. На дату. Кстати, в сообществе около 10 тысяч человек, так что до чего же магазину. До 11-го-19-го. Эти господа, вы понимаете, да, что мы едим? Особенно пенсионеры. Вот. 7 октября 2019. 7 октября 2019. Особенно люди, которые не смотрят на дату. А мне вот продали уже йогурты детские. Вот йогурт. Смотри, детское питание, йогурты. Это уже травить детей, соответственно. Так, я прошу меня. Если вы этот заказ снимаете, продавайте мне это. Либо я сейчас вызываю полицию. Я, как частный покупатель, прошу продать мне эту банку, которую я взял на витрине. Еще раз. К директору обращаюсь. Если этого сейчас не произойдет, я вызываю отряд полиции. Пожалуйста, ваши законные права. Хорошо, окей. Все видео закончено, я вызываю полицию. 426 статья договора публичной оферты. Это у вас стоит на реализации, вы обязаны это продать. Если у вас стоит это на пол. Не вопрос, какой у нас там телефон? 03? 102. 102? Мне заебали весь магазин. Приходится все смотреть. Лазаревский 22.
Добрый день, я хотел бы полицию вызвать в магазин «Лазорь 22». Мне отказывается продать детское питание и вообще огромное количество продуктов, которые просрочены. Директор магазина отказывается продать и все. Нужен участковый либо СОГ. Участковый. ДИКСИ. И участковый, было бы неплохо, чтобы... ППС. Они ничем не объясняют. ППС не опишет, не изымет. Ничем не объясняют. Нужен участковый. Тем, что я им указал на дату просрочки, пришел директор и все. Язык засунули в одно место. Добрый день. Разговор записывается? Отлично. Я, во-первых, это Москва. Лазорев проезд. Дом 22. Магазин «Дикси» ваш. У меня полная лента продуктов. Все они просрочены. Мне директор и все остальные сотрудники отказываются это продать. Я вызвал наряд полиции. Так что можете звонить дальше кому угодно по вашей должностной иерархической лестнице. Все снято на видео, как мне отказывали и так далее. Собственно, сейчас все это будет передано, соответственно, и видео сотруднику полиции. В вашем магазине проверка по секретам, скажу, будет проходить через день. В течение 3 месяцев. Пока я буду в отпуске, пока сейчас я в отпуске, через день. И полиция будет приезжать через день, если не будет. Пока вас не закроют. Все, передавайте дальше. Счастливо. Сейчас я книгу им оформлю с красивыми записями. А это отзыв на ней новый положит. Собака сделала все, что думала об этом магазине. Она его посылала на корзинке. Сейчас уже поймите. Добрый день, здесь зависит. Только нам надо участковый. Да, добрый день, я вызывал. Что случилось? Мы сейчас уточним, что случилось. Смотрите, ситуация следующая. Смотрим признаки административных правонарушений. Возможно, преступление. Были проданы, 238 УКРФ, часть были проданы несколько товаров детского питания с истекшим на 5 месяцев годности. Уже вот чеки есть, продали все. Мне отказывается продавать. Мужчина подошел, вот следующий хотел купить, за нами очередь сделал. Ему отказываются продавать. Угу. И там еще много йогуртов. Все заснято на видео, как отказывается. Просто как большие, не может там. Не придет в магазин. Либо участковый, либо группа. Вот здесь на 5 месяцев. В некоторых районах, где нехватка, сотрудник полиции призывает просто девушку дознавателя. Вот сейчас все будет. Все, надо оформить, потому что 238 часть 2 говорит, реализация детского питания там до 6 лет. В этом магазине я живу рядом в соседнем доме, сплошь и рядом. Сейчас в отпуске, я им сказал по телефону, что буду приходить через день. Ну, в итоге нарушили наши права, как предъявители, отказались все продавать. Икра по акции стояла, ну, нарушение температурного режима, правда. Люди представляют определенный организ, а я как частное лицо, которое меня задолбало. Значит, надо, что покупатель встретился случайно, бывает такое редко, но спасибо таким людям. Особенно на пенсионерах, вот. Особенно люди, которые не смотрят на дату. Они вот продавайте мне это. Икра реализовывалась с витрины. Условия хранения от 0 до плюс 5 градусов. Так. Мы, конечно, не эксперты. Икра должна храниться в холодильнике, они всегда продают. Конечно. Ну, во-первых, можно померить температуру холодильника. А у тебя фаренгейт вижу уже. То все продукты уже испорчены. 18. Почти 19, 18,9. О, это холодное. Это 17. 18. До 5 ноября 2019 года. До 19 февраля относительно свежак. До 9 февраля не очень такой свежак. Вот йогурты, пожалуйста. До 9 на 1-го продукта. 27 января закончилось. Детский. До сегодня. До 20.02.20. Нет, я не кручу. То есть вы меня лишаете моего права. Ваше внутреннее распоряжение и закон Российской Федерации мне говорю вот так вот. Есть закон о полиции, там, где я имею Алекс свободу. Да, масло. Мы же хотели кофе. Что это? Кофе хотели с кобзончиком попить. Думали, круассанчиков купим. 19 года. Я пойду дальше, там сейчас рыться после перекура. В общем, дело в чем? Колбаска, салями, дымов. Вроде все и хорошо, но маркировка не напечатана. Она наклеена, но не напечатана. Косяк. Изъять.
А где детская? Дай детская. Везде. Купили, чек есть? А вот, купили, да. Все, есть чек. Давай. А мне отказались там продавать. Видео, а там еще есть. Банка есть. И директор отказался. Да, давайте, ну, ПС можно отпускать. 5 месяцев, послушай. Вот это мне отказались продавать, это все на видео. Давайте мы начнем с того, что купили. Снимаем товар, ребята купили просроченный для проведения проверки. Детское питание. Раз. Вы как понимаете? Смотрите, детям на полгода просроченную молочку продаем. Смотрите. Есть какой-то тут метод? Не хотите, да? Давай. Да. Происходит следственные действия, описывается некачественный опасный товар, купленный гражданами. Вот еще раз описывается. Прибыл участковый, сотрудники полиции. Привлечены двое понятых. Некачественный опасный товар будет описан. Материал передан по подведомственности. Территориальный отдел Роспотребнадзор. Просроченное детское питание и что там? Да. Конечно, не весело и очень грустно смотреть на подобные ситуации в наших магазинах. Какую отраву продают не только нам, но и нашим детям. А если бы этого не было, не было бы проблем у управляющей данного заведения. И граждане были бы довольны. А если ты не хочешь быть таким же просроченным, подписывайся на канал. Канал Клуб Патриот. Жми на долбанный колокол, чтобы быть в курсе. Нравятся видосы? Ставь лайки. Пиши комменты. И Родина тебя не забудет. Клуб Патриот. Эта икра вот здесь стояла, там от 0 до 5 градусов, мы пирометром замерили, она... Нет, срок годности стоит? Срок годности не просрочена, но она с нарушением тоже нет. Вот смотрите, 9.02. Икру пусть они списывают, они так спишут. До 9.02.20. Батончики Good Mix до 7-10-19. Ну и все вот это вот описание, все вот самое такое, что можно съесть. Страшно. Мясо до 20-го, 250 грамм. Вас можно пригласить на секундочку? Конечно. Я думаю, вы меня поддержите в этой идее. Смотрите, вы приходите, а я им помогу это все утилизировать. Да они верхними берутся и теперь не уберут. Ростов прилетаю. Для того, чтобы они... понимали, что ждет каждого, кто торгует просроченными продуктами питания. Я приехал не полицейский, а мусор. Я не буду ничего делать. Сразу первым делом пошел с директором общаться. Видно, что крышует. Я делаю это самое. Помогаю утилизировать просроченные продукты питания. На камеру заснято, что это просрочено? Погоди, погоди. Если претензия есть у магазина, я могу оплатить. Я думаю, что эти конфеты не попадут на прилавок больше. А, и полить? Да. Соусом. Копченые. Магнули или жарко? Не, корочки открыли. Нет. Помогаем вам. Все, сейчас изымаю вас просрочку. Да. А то, что у вас в кармане? Что у меня в кармане? В кармане. Так. А ну. Мы по камерам все видим. А ну. Ну как бы у нас тоже а ну. Камеры. Сейчас, а ну. Сейчас. В каком? В левом? Вы это точно утверждаете? Нет, я предполагаю. Предполагаете? Ну, пишите заявление, что вы хорошо. Абсолютно предполагаете. Или у вас уже маразм какой-то, наелись просрочки? Нет. Очень хорошо, что не все потеряно, что есть неравнодушные граждане. Нам встретился житель этого района, района Свиблова, который проживает Андрей, в соседнем доме, проживает рядом, по улице Седова, оказался неравнодушным гражданином. Оказался я неравнодушным по нескольким причинам. Первое, что в данном магазине «Дикси», находящемся по адресу Лазоревый проезд, дом 22, я постоянно сталкиваюсь с просроченной продукцией.
Я в момент, когда было выявлено вот данными господами огромное количество просроченной продукции в этом магазине, стоял в очереди, но как бы подключаться у меня не было особо времени. Но когда увидел, что обнаружено детское, так как у меня маленький ребенок, обнаружено детское питание, просроченное на полгода, то это меня серьезно задело. Я подключился, собственно, к этому, стал снимать для сообществ с видео для всех, которые есть. Директор магазина с ухмылкой сказал, что ничего вам не продам. На что я сказал, мы вызовем полицию. Я вызову полицию. На что она, опять же, с ухмылкой. Это для тех, кто не понимает вообще, за кого нас считают. Нас считают розничные сети за баранов. Кормят нас тухлыми продуктами. Травят наших детей. После чего некоторые получают летальный исход. Как вы думаете, молочная продукция с сроком годности, просроченным на 6 месяцев, чем может закончиться для маленького ребенка? Может закончиться летальным исходом. Вот. Нас считают, еще раз повторяю, за баранов. Пока мы с вами будем баранами, они будут подключаться, да, они подключаться к таким людям, как вот данные товарищи. Мы и будем жрать, извините, это Г, и травиться. И будут травиться и умирать наши дети. Собственно, у меня все. Спасибо за то, что оказались неравнодушным гражданином. Если есть какое-то подозрение, что я подставное лицо, меня зовут Абрамов Андрей Сергеевич. Собственно, я проживаю в соседнем доме. Если я для кого-то... аккаунт в Инстаграме Абрамов Габер. Если у кого-то есть подозрение, что я подставное, пишите, отвечу. Дальше ребятам желаю только удачи, потому что я в своем районе, ну, видимо, как и вы, в своих районах и городах, сталкиваюсь с огромным количеством просрочки. Нет, а на камеру покажи. Никаких бумаг. А, по поводу... Мы уже купили у вас йогурт кучу. Мы хотим купить себе, не утилизировать, а купить. Утилизировать это вы хотите. Мы хотим купить. У вас там сейчас оформим, наверное, как лазоревый навес. Вот. Нет, нифига. Отсутствие всего. Какую вам консультацию дали? Можно такие конфеты продавать? Чио. Они представляют опасность для жизни здоровья граждан. Да ты. Отломи. Конфеты весовые, звёрные, отломи. Отломи, это не отломи. Это отломи, это вообще не отломи, это отсоси. Все, помойка. Детектив просроченец вам еще пригодится. Где просроченец? Барыги там, сот кипятком. Досрочно. Решил попробовать, потому что нету вообще срока годности, нет никакой информации. Опа! А вот это мне что? Пойдем купим. Мы вам не можем продать товар. Да расскажите. Мы его реализуем. Это сейчас. Ему только что ГМ напело. Я слышал, как он проходил и говорил. А кто? Уборщица. Не нарывайтесь на самый. На вызову полицию. Для вас я поясню. У вас за дураков, за баранов, как у нас покупатели. И РГМ, чтобы снять с себя ответственность, подставляет вот таких молодых, как вы. Подумаешь, уволят вас, думает РГН или исполняющий обязанности РГН. Он на него все спешу, скажу, это он накосячил. Нормально. Все. Прилип вокруг руке. Или что проверить? Продал, чем нарушил расположение. Не, нет, где-то. Кассиру задача пробить. Там проверять надо, просроченный лист. В зале. Есть ответственность. Угу. Нормально? Пробивай. Не хочу давать. Прилипло, близко к душе. Пробивай. Давай, оплата нужна. Оплата прошла. Тут колбаски лежат. Вы их уберете в холодильник, да? Можно было утилизировать. Я не против, если вовремя. Если бы 16 августа утилизировали. Ну, вот лазоревый проезд сотрудник полиции 22, тоже, возможно, ваш курс сейчас оформили. А ну, сейчас и ваш магазин оформим. Мне тоже. Я сейчас беру килограмм. Сможет определить свою годность? Конечно.
он просто его пробьет, правильно? Потому что сроки на эти самые. А там у вас отсутствует. Давайте пакетик. А почему он резко начал заниматься сроками? Время теряет. Его задача пробивать товар. А задача вот тех вот баранов, которые там просрочки продают, реализуют. Следить, чтобы вовремя. Пусть сюда подъезжает ваша исполняющая обязанность, раз такая умная. А мы попросим вас не подставлять таких молодых сотрудников, у которых, возможно, все еще впереди и карьерный рост. Может, вы дрово были бы. Мы тут яйца нашли у вас, протухшие. Купили у вас там где-то йогурты нехорошие. Смотрите, чеки есть. Покупка совершилась. Ну там, наверное, сказали, до 26.01. Вот, яйца просрочены, рыба просрочена. Ваше мнение по поводу этих конфет, они могут находиться в продаже в таком виде? Нет, конечно. И они не могут находиться в продаже, они не могут реализоваться. И сейчас, если вы будете искать какие-то коробки где-то как-то, то, возможно, это не от этих даже конфет. Потому что когда коробка скрывается, вырезается нотация, вставляется вот такой да. Образец для подорожания. Да. Но, как бы, не знаю, покупатель? Если мы даже вытащим вот. С коробки, например, с этой же коробки, например. Вот стоит. А откуда вы знаете, что с этой коробки? Нормально. А почему да. Не стоит? 29-й федеральный закон запрещает в таком виде реализацию. Это подлежит списанию. Также 29-й федеральный закон говорит, что такой товар приравнивается к некачественному и опасному списанному товару для жизни здоровья граждан. Предложение по списанию следующее. Как вы будете списывать? Вам надо все перевешивать? Все. Можно перевесить по закону, если как. Как вы будете списывать? Что вам для этого нужно? 120 часов. Его нужно будет найти по списку. 120 часов уже прошли. 14-15. А сколько времени это займет? Я постараюсь быстро сделать. Списываем, высыпаем все в один мешок, заливаем каким-то керосином и уезжаем. Так, чтобы у вас это было списано с палаткой. Или хлоркой, белизной. Этот торт просрочен. И мы уезжаем. Потому что этот товар не может находиться в реализации. Знаете, так вот у меня такое впечатление, что тупо вообще пофиг будет. Все равно продают просрочку. Детское питание продают. Я могу просчитать производителя. Получается, у меня есть. То, что выставляют продукты, например, по весу, если посудить, мы выставляют именно не один сотрудник. То есть этим занимается непосредственно не один, ну, а несколько раз сотрудник. Будет повод потом поговорить с сотрудником. Да, то есть один сотрудник знает это, он делает сразу. То есть, да? А другой сотрудник не знает. Что или, мешало может, сюда поставить? У него нет времени, он раз высыпал это и забыл. То есть, да, вот. Ну это ж вот не дешевые конфеты. Что мешало в них поставить? Вот в эти конфеты. Конечно. Это просрочка. Но оно при плюс 18 и плюс-минус 3 градуса должно храниться. Я не понимаю, что оно делает в морозилке. Я приобрел у вас лучшее средство для списания. Рекомендую всем подписчикам. Это называется белизна. Прошу вас. Давай. Детектив просрочки. Вы что-то нашли в данном магазине? Просроченные продукты? Не может быть. Запомни, где просрочка. Детектив просрочки. Все найду. Она нормально будет смотреться. Даже рыбка, которая закончилась 19 августа 19 года. Да там что, два контейнера осталось. Некоторые подписчики спрашивают, почему этот ваш шапки наркоман всегда в перчатках. А вы попробуйте целыми днями просрочку поперебирать. По бутылке на мешок. Один бутылка, второй бутылка. Лучшее средство для списания. Некачественные конфетки. Без маркировки всего лишь. А что он будет? Живее, вон еще бутылка, раз вот таких. Нет, тут еще есть одна бутылка. Ничего страшного. Мы не обедняем. Писать. Хорошо быть в очках.
Вообще адский ад. Вы, надеюсь, не выложите эти конфеты на полку потом? Я точно нет. Вот, у вас работник какой-то проследил. Тут сумма-то копейки, 30 рублей или меньше. Вы ему подарок сделаете с вливанием. Пусть утилизирует. Где вторая? Он заметил, да. Что он заметил, 20-го? Что это 20-го просрок. Нормально. Нет, он сказал, что это уже просроченный. Ну, вам надо его продать? Говорит, продавай. Он и продал. Скажите откровенно, нам приходить к вам еще? Ну, конечно, почему бы нет? Нет, но имеете в виду, не как покупать. Идем, конечно. Не снимать просрочку, а ее выбрасывать. Я тебе, конечно, верю. Разве могут быть сомнения? Я и сам просрочку видел. Кто-то ею торговал. Просрочкой торговал, а дядя Саша рот шатал. О, смотри, мне 202 350 рублей дают. Это последняя часть этой взятки. Все, спасибо. До свидания. Это был Дикси. А, есть разрешение или нет? А, можно, он в темных очках, может быть, он шпион какой-то. Но шпиону. Мы в магазине вывели большое количество просрочки, уничтожили. Дело вопросов нет. На одной стороне с вами. А здесь отделение рядом где-то, да? Ну, если что, это Свиблова, который, да? Да? А, у вас хороший сотрудник полиции. Да. Мы сегодня с двумя майорами общались из ППС. Хороший. Удачи вам!